Всем привет, ребята, и в этом видео я вам расскажу, что же делать, если вам не разрешают донатить, вот. Итак, давайте же будем приступать, и я буду рассказывать, что же делать, если вам не разрешают донатить. Итак, если вам не разрешают донатить именно в Roblox, ничего страшного, попытайтесь найти способы на моем канале, как получить Robux бесплатно. И воспользуйтесь ими, и вы получите Robux бесплатно. Итак, если вы хотите задонатить еще в какие-то другие игры, то просто объясните, то что донат – это очень хорошая инвестиция. Объясню. Допустим, вы будете донатить в Roblox аккаунт, сделайте себе классный скин, будете иметь крутых пэтов. После этого эти пэты смогут подняться в цене, и вы сможете продать аккаунт и продать пэтов. Это будет как бизнес. Достаточно интересно, скажите, ребят. Вот. Также объясните то, что если это касается именно других игр, то вы также можете купить разные вещи к себе на аккаунт, сделать его крутым, а потом его продать за большие деньги, ребят. Вот, поэтому способ тоже рабочий. Объясните то, что это не просто трата денег, и то, что попросите, допустим, донат на свой, на какой-то праздник, день рождения, Новый год и т.д. Вот. Также попросите, скажите, что себя будете хорошо вести, и вам за это задонатят. Вот. Также попробуйте заработать сами деньги и на них задонатить. Тоже достаточно хороший способ. Вот, ребят. Я все объяснил, но если вы хотите получить Robux бесплатно в Roblox, то быстренько заходите на мой канал, участвуйте во всех моих раздачах, тогда вы точно получите Robux бесплатно. Вот, ребята. Всем рекомендую раздачи, все туда идите, зарабатывайте робуксы на раздачах, вот. А если вы хотите донатить в другие игры, то я уже, в принципе, все рассказал. Попробуйте объяснить то, что это хороший вклад, инвестиция в то, что вы потом сможете продать аккаунты, их раскрутить и продать достаточно задорого, и еще и сверху заработать. Вот, скажите, то, что так делают очень многие люди, и в этом нет ничего страшного, и это уж точно не обман. Вот, ребят, я думаю, что я объяснил все, и объяснил, как же просить донат, и что делать, если вам не разрешают донатить. Но, кстати, еще хочу вам посоветовать, если вы хотите донатить в какие-то другие игры, найдите какие-то способы, как получить этот донат бесплатно, как заработать какие-то привилегии, вот, и, в принципе, вам там все расскажут, и я думаю, на каждую игру есть какой-то чит, какой-то способ, лайфхак, как можно без доната получить привилегии. Вот, ребята. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, высылайте это видео друзьям и, конечно же, его обсуждайте. Вот, ребята. Всем спасибо большое за просмотр, всем хочу пожелать хорошего настроения. Удачи всем, всем спасибо, всем пока-пока.